Вместо того, чтобы ходить вокруг самого себя, постоянно выискивая у себя недостатки, считай себя непривлекательным, слишком высоким или маленьким, слишком толстым или худым, застенчивым и необразованным. Вместо всего этого следующим утром встаньте и скажите себе: «Я самый лучший». Вместо того, чтобы вставать по утрам и искать один лишь негатив, начните благодарить за все, что у вас есть. Проснувшись утром, скажите: «Спасибо за возможность прожить еще один прекрасный день. Спасибо за здоровых родителей. Спасибо за любовь. Спасибо за то, что я самый богатый, самый успешный и самый счастливый в этом мире». Скажите спасибо за то, что уже имеете или хотите иметь. Все события в вашей жизни происходят не с вами. Все события в вашей жизни происходят для вас. Каждое утро вы должны задаваться вопросом: «Кто я сегодня?» И каждое утро вы должны отвечать себе: «Я победитель, я успешен, я талантлив, я уверен в себе, я сильный, смелый и полон энергии, я счастлив». Многие из вас, просто изменив свое «я», смогли бы перейти на более высокий уровень. Возьмите блокнот и напишите 10 качеств, которыми хотите обладать в будущем. «Я уверен в себе, я целеустремлен и дисциплинирован, я общителен и терпелив, я воспитан и ответственен, я настойчив, оптимистичен, я счастлив». Каждый день читайте этот список, вселите его в свое подсознание, внушите себе, что вы уже обладаете всеми этими качествами. Будьте заранее благодарны за то, что уже обладаете ими. И поверьте, в скором времени вы начнете замечать существенные изменения в вашей жизни. Какой был бы ваш прекрасный день? Я имею в виду ваш идеальный день, когда вечером вы легли бы спать и сказали себе: «Это был самый потрясающий день в моей жизни. Я хочу, чтобы в дальнейшем большинство моих дней были именно такими». Какой он был бы для вас? Не ждите до конца своей жизни этот идеальный день. Не стоит ждать следующего года или следующего месяца, чтобы прожить его. Просыпаясь каждое утро, вы обладаете неограниченным количеством возможностей, чтобы сделать весь свой следующий день идеальным, чтобы сделать его таким, каким вам захочется. Вы задаете темп своего дня. Только от вас зависит, в каком настроении вы его проживете. Никогда не говорите плохие и негативные вещи о самом себе. Никто из вас не способен с самого утра пойти к другому человеку и начать его оскорблять. Зато мы способны критиковать и оскорблять самого себя. Сделайте себе одолжение. Перестаньте быть врагом для самого себя. Начните мыслить позитивно, начните делать то, что приносит вам наибольшее удовольствие. И в один замечательный день вы проснетесь и поймете, что вы чувствуете себя прекрасно, что вы по-настоящему счастливы. Стремитесь к этому. Если вы сегодня проснулись, поздравляю! Вы получили еще один шанс, чтобы сделать весь ваш следующий день идеальным, чтобы прожить его по-настоящему счастливо. Каждый день начинайте с улыбки. Каждый день начинайте с позитивных мыслей. Будьте счастливы здесь и сейчас, ведь именно утро определяет то, как пройдет весь ваш последующий день. Начиная свой день, как и большинство других людей, которые с самого утра волнуются, нервничают, злятся, накапливают у себя негативные эмоции, видят во всем только плохое и с самого утра ждут, когда уже настанет вечер и они смогут лечь спать, вы уничтожаете весь свой день. Все это будет негативно сказываться на вашем поведении, на вашем здоровье, работе, в отношениях с другими людьми. Все это будет влиять на качество вашего дня и всей вашей жизни. В противном же случае, начиная свой день с улыбки, с благодарности, с позитивных мыслей, вы с самого начала дня настраиваете себя на успех. Вы осознаете, что у вас есть еще один прекрасный день, который является самым большим подарком в вашей жизни, который является еще одним шансом, чтобы достигнуть того, чего вы планировали, чтобы осуществить все свои цели, чтобы в очередной раз насладиться жизнью и испытать все радости и наслаждения, которые она преподносит. Будьте счастливы, будьте благодарны.